В этом уроке мы рассмотрим, как быстро обрезать картинку и делать из нее самый простой, самый быстрый шаблон. Допустим, у нас есть какая-то картинка, нам она понравилась, мы ее копируем, Ctrl-N, новый слой, Ctrl-V, вставить, и мы хотим обрезать ее полукругом, да, по прямоугольнику с скругленными углами. Мы выбираем этот инструмент и нажимаем вторую галочку. Именно вот эту. Радиус, опять же, выбираем тот, который нам нужен. И обрезаем так, как нам необходимо. Дальше мы нажимаем Ctrl-Enter. И у нас выделение получилось по тому, что мы нарисовали. И дальше мы, известное нам сочетание клавиш Ctrl-J, копируем на новый слой выделения. Уберем видимость нижнего слоя, и мы видим, что у нас точно по нашему выделению образовался новый слой. Предыдущий слой можно удалить. Что можно с ним сделать? Мы можем его, в принципе, уже оставить и опубликовать в паблике с текстом, либо мы можем применить к нему стиль. Мы уже с вами рассматривали стиль, мы загружали необходимый нам стиль. Мы можем применить его к картинке. Допустим, применим этот стиль. Мы видим, что здесь наложился у нас градиент. Убрав его, мы видим, что к картинке применился автоматический стиль с тенью и обводкой. Итак, мы можем менять разные стили и смотреть, под какой стиль подходит наша картинка. Какой нам больше нравится. Убираем обводку, теснение, внутреннюю тень. Оставляем любой из них. Также здесь можно написать какой-нибудь текст уже на самой картинке. Подобрав, конечно же, нужные цвета. Цвета подбираем по тем цветам, которые присутствуют у нас на нашей картинке. Таким способом можно обрезать любые части картинок. Допустим, мы хотим вырезать вот эту картинку. Мы ее копируем, создаем новый документ, вставляем. И, допустим, мы хотим по ровному кругу обрезать лицо Гагарина. Мы выбираем инструмент эллипс. Опять же, выбираем вот эту галочку. Зажимая Shift, введем наше выделение. Не угадали, Ctrl-Z. Допустим, так. Опять нажимаем Ctrl-Enter. И дальше мы можем это копировать Ctrl-J на новый слой. Если у нас картинка получилась большая, и мы хотим ее обрезать именно по этому слою, то мы заходим в изображение, триминг, окей. И у нас обрезается картинка слой по картинке.